Сегодня их более 150 тех, кто отмечен за вклад в развитие Сочи. Среди них герой Советского Союза Виталий Бубенин, тренер по легкой атлетике Петр Вальков, герой труда Кубани Борис Аверьянов и Анатолий Быков, контр-адмирал Семен Гайсинский и многие другие. Их приветствовал сегодня глава города Сочи Анатолий Пахомов. Это один из самых чистых, уютных, комфортных и безопасных городов нашей страны. И в этом большая заслуга каждого из вас. Ежедневно вы дарите любимому Сочи частичку своего сердца, своей души, трудитесь на благо его дальнейшего процветания и передаете молодежи бесценный опыт. И надо всем сказать огромное спасибо, что их умением, их делами, их мужеством этот город есть, красивый, состоялся и один из лучших городов на земле. Все присутствующие в зале действительно плечом к плечу трудились на благо курорта. Большинство уже на пенсии. Улыбались, радовались неожиданной встрече, вспоминали годы работы вместе. А город, отметил мэр Анатолий Пахомов, помнит тех, кто вошел в историю Сочи.